скажу. Пещеры. Пещеры, вот этот вот, не знаю, церковь вот эта, вот где-то вход здесь, в этом районе. Нет, чуть-чуть дальше, там где памятник. Куда направо? Он идет налево. Да нет, ну, я так понимаю, что... Направо, да? Направо. Там село само ведет, по-видимому. Да, ты же не монастырь забивала. Ты же не монастырь забивала, ты же просто... Свято-Троицкий, да? Как называется? Я уже забыла, мы читали. Нет? А как читали? Монастырь. Мужской, в общем. Белгородская область, Чернянский район, село Холки, мужской монастырь. И здесь, там, сейчас посмотрим, пещеры. Сейчас я за ней посмотрю. Ой. Что это у тебя такое? Снимаешь, а? Видео. А кто тебе разрешил? А я же у вас спросила, вы сказали, можно. Я глухой не понял, что вы, а вы уже фотографируете. Нельзя, да? Нельзя, если тебя заставят, то штрафуют. А я же у вас спросила, вы говорите, можно. Я же пошла снимать. Ну, я вам сказал, свечи будете брать, а вы что сказали? Это старинное русское село. Откуда пошло название Холки? По этому поводу есть две версии. Первая версия – это название речки Холок. Она вытекает за холма и приток реки Оскол. В настоящее время только ручей небольшой от нее остался. Вторая версия – холмы у вас за спиной. Напоминает гривы или холки лошадей. Какая версия правильная, пока не выяснили. Здесь, в этих месторубежах, жили с древнейших времен. То, что было много тысяч лет назад, мы знать не можем, естественно. Но известно то, что было тысячу лет назад, 10-12 век. Холковская граница находилась не здесь, где мы стоим сами, метров 200 южнее. Только вы вправо повернулись, здоровье, там холм, внизу остановка сейчас. На вершине холма была крепость. Та крепость была пограничена на юго-востоке Черниговского княжества. Курский удел Черниговского княжества была граница. Там проживали русичи, это предки современных русских. Кроме того, там жили ясы, это алано-болгарская этническая группа. Были проведены раскопки в том городище. Начаты были в 1983 году. Найдено множество предметов. Все предметы самые простые. Это множество осколков посуды. Наконечник копий и стрел. Украшения для щитов воинов. Женские украшения. Но женские украшения не из драгоценных металлов. Например, из бронзы перстни или стеклянные браслеты. Нужно подчеркнуть особо такой факт. Не было найдено ни одного предмета, который говорил бы нам о занятии земледелием. Но он сделал вывод, что жители крепости были воины. В основном, но долго не могли покидать пределы крепости. Земледелием не занимались. Получали продовольствие из других княжеств. Территория крепости имела укрепление. По внешнему периметру было ров глубиной 2 метра.
шириной 10 метров. Полутора периметра был земляной вал высотой 2 метра. На нем чистокол из вертикально стоящих бревен с заостренными концами, так называемый тын стоящий. Известен факт, если 1116 год, сын Владимира Романа Маха, Ярополк, женился в этом городище на девушке из семьи Ясов. Она была очень красивая, как вспоминали современники. Она себе взяла имя Елена, после того, как вышла замуж, то есть уже славянская имя Елена. Память наверняка вы рассмотрели. До коня киевский князь Святослав Храбрый, возник поверженный в бою хазарский воин. Посвящен памятник событию, которое произошло в 965 году, то есть 1054 года назад. Это была битва дружины князя с хазарским войском. Хазарское войско разбито полностью было. Хазарский каганат перестал существовать. Русь перестала платить им дань. Это было очень значимое событие. Поэтому чистые битвы стоит этот памятник. Его здесь поставили в ноябре 2005 года. Это была 1040-я годовщина этой битвы. Туда его поставили чисто технически, без церемонии торжественной. И уже торжественно открыли его в июле, 11 июля 2006 года. Это был соревнован дня смерти автора. Это, к сожалению, последний работ пришла к вашей клыкве. Это очень известно в то время. Говорят, что премии СССР 82 года. Он жил и работал в Москве. Впоследствии они проиграли битву с Полоцей, дружины их разбиты были, сами князья пали в плен Полоцей. Монастырь подземный основан был здесь в конце 16 века, примерно год 1590. Точная дата пока не установлена. Документ, который в архивах датирован точно, самый ранний документ, хромозданная грамота патриарха Филарета на строительство и освящение церкви. Там, где видели ханы выше церкви, новая церковь. Сейчас церковь, это новая церковь. Но в то время там строилась деревянная, Николай Чудотворца. 1620 год это был. Хромозданная грамота дала право встретить и освящение. Эта же грамота дала право монахам на безопрощение. Не полят, а бедно. Монастырские полят на низину. Они занимались хозяйством сами. Сели ров, пшеницу и так далее. Ловили рыбу в реке Аска. Река была судоходная тогда. Очень широкая, глубокая. Сейчас от нее там почти ничего не осталось в реке Аска. 12 монахов было в тот момент. Во главе стоял инок Еласий. Через какие-то 6-7 лет от той даты отсюда уходят 5 монахов, другие монастыри, но скорее, наверное, в Белгород, там тоже был мужской монастырь тогда. Вот здесь остается 7 монахов. Сейчас я пойдем в коридор и пройдем увидеть, там келья очень мало. Вот тогда находился один монах, считается, на главе церкви. Проходит несколько лет, 1631 год, на первый крымский татар, на территории. Окрестные села были разграблены, посажена церковь, там была. Значит, через несколько месяцев начинается стабилизация. Здесь нам строят дома. Госпостройки давно устроили церковь на том месте. Название уже другое, преображение Господне. Совершили ее строить в 1650 году. Через три года, 1653 год, приезжает царь Алексей Михайлович сюда с визитом. Человек был верующим, любил ездить по российскому монастырю. Куда он прибыл с визитом? Большой святой князь, который был подарок. Частым подарком была крупная сумма денег, но также икона. Называлась эта икона Человека Божия Алексия. Деревянная, размером 15-25 сантиметров. Для наших дней Сергей, по коробам.
именно она, ее нашли, вот эту икону. Да. Сереж, что ты спрашивал? Ты видишь, ее нашли в этом. Она там с левой стороны. Мы были, да, 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 мы были, там заходили. Там вся церковь, да, 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 была чудотворная. Приезжайте, и вот это с колодца она. Да. Приезжайте в многих мест молиться, а что-то просить, поснись, поднись, ну и молец, когда кто-то возвращается, и как благодарность вижу, дарит этой иконы, цепочки, крестница. А здесь, да, та церковь, вот четвертая по счету, я вам рассказал. То есть тут все идет своим чередом. Первую церковь сожгли крепские татары, которые там была. Вторая деревянная, просто от времени сова разрушилась. Третьи люди разобрали мелкие части, разломали церковь, а четвертый, слава богу, стоит на месте. Территория, где мы находимся, небольшая. Здесь четыре церкви действующие находятся, тем не менее, это небольшой площади. Подземную пройдем, Святой Троицы церковь внизу там. А три церкви на поверхности. Прямо рядом с нами. Здесь на Троице, до сих пор балласт в Троице не убрали, полтора месяца прошло. А вот здесь деревянный просто носил. Троица это престольный праздник. Действующий находится чуть правее церкви, да, выше, но он не подземный. Он был здесь, вернее, не основан, воссоздан был в декабре 1999 года, то есть в этом году в декабре 20 лет юбилей его создания. Но он уже не подземный. После того, что монахи ушли из подземной части, там не было никого примерно 150 лет. Но в 1908 году службы подземного храма возобновляются, это было 111 лет назад. Их проводил священник Вячеслав Васильевич в то время. Но через 7 лет, это даты, в июле 1904 превращается в новые службы. А в то время уже шла Первая мировая война. В 1917 году здесь вообще в 20 веке не было ничего. Здесь был вообще колхоз, 30-40 год. То есть первый двух келек, сейчас пойдем, пока туда написано, колхоз не очень время, как подвадные овощи. У вас за спиной холм, там есть пещера, она не закрыта ничем. Там говорят, что зерно ходит, там ход был побольше. Где памятник, там были тоже пещеры, тоже подвал использовали. Это все было колхозное имущество, скажем так. В 40-м году они отсюда уходят. Наверху церковь разрушают, которая была, вход в пещеру эти взрывает. Вход обрушен взрывом. Только первые 10 метров коридор обрушен. Все остальные коридоры, которые дальше идут, нисколько не пострадали. Абсолютно в целом виде сохранились. И вот после войны мальчишки местных в Холмске раскопали лаз. Этот лаз был по диаметру меньше метра. Первые эти 10 метров проползали к рабочей, дальше ходили в коридор полный рост, как мы пройдем с вами. В то время фонарика почти ни у кого не было. Светили факелами, ходили там. Закоптили там все стены, все потолки, закоптили там пещеры. На стенах бывает, что царапали надписи. Белые стены легко царапали. Бывают мусоры. Свободное хождение всех, кто хотел, добралось с 1945 по 90-й год. И вот 1990 году, то есть 29 лет назад, как раз летом это было, начали реставрация этих пещер. Инициатором стал Василий Пономарев. Человек, который родился здесь в Холках, верующий в семье, здесь вырос в Холках. В 90-м году был взрослым чернянкой, работал в райкоме КПСС, вот тогда, по-моему, инструктором или заводилом, его не помню. Вот. Он для себя осознал, то время надо все реставрировать, надо все восстанавливать здесь. Нашел поддержку сторонников, поддержку властей. Раскопали вход, кирпичные своды укрепили, 10 метров тоже раскопали. Дальше коридоры были все целы, закопченные, их почистили от копоти. Где-то надписи были, скрипками их зачистили, эти на стенах надписи. Где-то мусор убрали. И 14 октября 1990 года пещеры открылись как филиал Чернянского краеведческого музея для посещения туристов. В то время подземном храме службы не проводились. Возобновились с 1995 года, проходили в то время нерегулярно. По воскресеньям время от времени только. И только с 2005 года, каждую субботу, службы идут в подземном храме.
9 утра, примерно до 11 утра. Ее предлагают за мной пройти вот на место, там все раскрыло под землей. Пожалуйста, пройдите. Видите, было. Ну, что? Мы продали свечки с собой. Что сделаем? А кто-то стучит, не надо открывать. Кто-то хочет еще, чтобы замуровали его. Стучат настойчиво. Да, проходите, я сейчас. Тут больше нет ступеней. Нет, ровный пол, пожалуйста. Это келья. Это келья, это не келья. Это ты тоже? Пожалуйста, вперед, пока не проходите. Пожалуйста, я проходите вперед. Мы с вами вошли внутрь мелового холма. Коридор прорублен внутри цельного массива меда. Настоящий чистый мел. Занимает все пространство до самого верха. Вверху только метр слой земли, почвы. Все остальное это чистый мел. Общая длина коридора 126 метров. Мы пройдем эти коридоры с вами. Высокая влажность воздуха. Будете видеть этот туман в коридоре, там внизу в храме туман в воздухе. 10 температура воздуха одинаковая круглый год. В этой части плюс 10 мы стоим. Внизу плюс 8 в храме. В любое время, вот зимой, вот летом, всегда одинаковая температура. Здесь вентиляции воздуха нет, какой-то принудительный. Но воздух чистый и свежий. Дверь такой закрыла, это один выход, дверь закрылся, вот будете везде чувствовать свежий воздух. Скажу вам больше. В субботу идет служба в храме, 9 утра, там носятся свечи, говорят, там кандила. Я уже с экскурсией вхожу после службы, там все в дыму в храме, и этот запах соответствующий кандила и так далее, свечей. Проходит 2 часа или 3 часа максимум, воздух очищается каким-то непонятным образом. То есть, как это происходит, до сих пор не знаю. Перед нами келья монах, она небольшого размера, видите, по размеру этой кельи. Такая же келья напротив. Здесь часть лога сохранилась, часть обрублена. Здесь лога нет вообще. И в них хранили общество. 30-й год, по 40-й прошлый век. Вырубали простар, чтобы было места бы больше. Такого открытого входа не было. Был вход 85-90 сантиметров. Была стена, убрали, чтобы не мешало, просто для удобства. Также с этой стороны. Проходим с вами буквально 3 метра вперед. Увидим справа сидело углубление. Для чего углубление в стене с правой стороны? Поэтому чуть вперед. Для чего это углубление? По этому поводу есть три версии. Первая версия – это место, где ходили монахи, катку с водой, инструменты, которыми рубили все эти ходы, эти все кельи. Вторая версия – начало строительства кельи. Должна была быть третья по счету. Не завершено по неизвестным нам причинам. И третья версия – это готова уже келья монаха столбника. Нес послушание, стоя здесь, не выходил длительное время никуда, находился здесь. Человек без сна жить не мог, естественно. Монах спал, стоя в этой келье. Он стоял лицом сюда, в коридор. У него за спиной стена, слева и справа у него стена. Чтобы он не упал вперед, время сна, запястье рук привязал к краям. Улыбение будете проходить, увидеть на входе. Металлическая штырь забивался сюда, к запястью веревка привязывается. С другой стороны, заладили то углубление. А какая версия из трех правильная, пока еще не выяснили. Идем с вами дальше. Коридор все глубже идет вниз постепенно. Слева в стене углубление можете увидеть для лампады, которая освещала древности коридора. Здесь была лампада. Чуть дальше проходит такое для лампады углубление. Это древности тут были для освещения коридора. Thank you.
туда подавался. А здесь в этой клетке мы находимся, по своду проходит еще исповедь. Вот видите, стоит икона, и тут ящик, песков, где стоят свечи. То есть в храме идет свобода служба, а не священник ведет свободу. Второй же у него есть исповедь, потом проходит посещение. Давайте мы пройдем дальше, храм Троицы. Скажите, это с тех времен? Нет, 2011 год. 8 лет назад вот вышло. Самая большая икона, подсвечник, это распятие Христа, 2015 год, распятие. А тебя слева, Юрий Победоносец, да его больше старше. Здесь в центре, на колоннах, Антоний Феодос, слева и справа, он икона, а Христа тоже. Выше, что оттуда, чуть больше двух лет, Антоний Феодос. Пройдем чуть дальше, здесь слева, Сергей Радович, справа, Сергей Радович, на колонне, чем дальше, здесь слева, это святой Иосиф Новгородский, это икона Юрий 17 год, это два года назад. Храм был на том месте, на пространство не было прежде. Была церковь Малавит Халва. Была граница, то есть Халва, был храм святого размера небольшого. Было через 7 монахов, хватало вполне этого пространства. Сейчас буду для всех желающих смогу открыть для всех. Ваши приезжают ноль, и все на праздник. Храм расширен два этапа. В центре одна и поля, полдорога, север, там 562 рублей в лом. И знаете, Николай, вот это двое, 562 рублей в лом. То есть два этапа расширения храма по современности. Иконостас, который передан современный, иконостас 2004 года. То есть был здесь сделан 15 лет назад. Автор иконостаса, отец и сын Зотова, из Зотовых Жень, Матвей Кирашин, роспись Женьки в золото. Вы наверняка знаете, православный храм иконостас ориентирован четко на восток, по сторонам света. Так и здесь, прежде всего, на том месте, деревянный иконостас. Вот по свету разрушался в течение веков. В 20 веке вы не было там никакого иконостаса. В момент монтажа нового принесли сюда приборы высокой точности для определения координат по сторонам света. Оказалось, очень точно, только полтора раза молиться.
Все удивились, как могли монахи несколько веков назад, глубина 400 метров до вершины холма, не имея ориентира под землей, не имея приборов тогда, на восток точно определить направление. Наука на вопрос не отвечает, говорят, что расходит по холму. Несомненно, с точки зрения науки вопрос без ответа. Потолки видите лупей находятся, круглые формы, только 40 метров в глубину. Для крепления паникодила, церковной люстры, которая освещала храм древности во время богослужения. В монастырских храмах обычно после службы проходит крестный ход. Чтобы на поверхность не выходили до крестного хода, создали коридор под землю. Он перед нами. Я прошу, пожалуйста, проходите прямо на коридор. Можете помолиться, проходите там. Я вас встречу, но выходите. Пожалуйста, проходите. Коридор для крестного хода. Своды здесь так и были, вот эти своды именно. А инструмент, которыми именно вырезалось все это, ну, обычные мотыги, наверное, какие-то. Если стены не трогали, то это выпуклое слишком. Все желающие свободно открыты для всех. Хочешь прожить ноль, если это правильно.
центре одна и вторая была, добавили северную, 562 будет полный слух туда. Из этих вот, вот за то, 562 будет полный. То есть два этапа прошли, как раз современный сейчас. Иконостас порубили, а современный, иконостас 2004 год. То есть был здесь сделан 15 лет назад. Автор иконостаса, отец и сын Зонка, из Орфанжейли. Момент монтажа нового фаризического прибора высокой точности для определения координат расцвета оказалось очень точно, только поворот запарился. Все удивились, как маленький монтаж несколько веков назад, у меня 400 метров провержения помогла. Не имея ориентира базирования, не имея приборов тогда, на восток точно определить направление. Наука на вопрос не отвечает. Да ты швы, да, швы не увидишь ты. Ну вот, вот разметка под очередную картину, скорее всего. Вот это вот видно. Нет, а здесь у меня нет, да. Скорее всего, а здесь? То есть это все сухое, когда воздух прикасается. Если долбить, там вода внутри течет. Поэтому продолбили, ждали пока высохнет, то дальше долбили. Вот из этого было медленно. Не потому что гранит он твердый, мел тот не твердый, но он весь плавный. А чтобы высохнуть, нужно снять какой-то. Это даже просто воздух из завода. Где-то есть там дырка какая-то, тоже непонятно. Нет, нет, есть. Это вешали шлюзки. Для освещения. А вот все равно не видно, что мокрое, не приснеет. Оно не мокрое, нет, нет, говорят, что оно внутри мокрое. Нет. А где с воздухом прикасается? Тут какие-то микропоры в них, наверное. И эхо тут интересное. Своеобразное такое. А в Киеве все сказала Ленинабая? Нет, там пищали. А в плане на морской, это не было. Это не было. Да, это не было. Да, ну, если вопроса нет, то выходит. Только гуляет, как и гуляет, тоже так. Я тебя сзади вас иду, чтобы никто не остался под землей, я иду сзади вас. Вы выходите влево, прямо, по крыше прямо. Я выхожу сзади вас, чтобы никто не заблудился под землей. Не остаться. А можно я еще раз обойду? Конечно. Стояли свечи, даже кто-то вот иконку оставил. Тоже кто-то по-современному мел. У нас ослепла дома, что-то сделали. Грибочки, да, хрень. А что-то здесь провода менялись, наверное, плановая замена какая-то. Возможно. Я думаю, что влажность высокая, они могли тогда вот, ну, да, форматься, изоляция, я не знаю, что там. Они что-то делают. 10-20? Да, 10-20. А тут в двух словах, я просто немножко отсутствовал. Здесь что это такие? Там два фонтрапы стоят. Здесь тебя считают, что настоятель монастыря. Ну, такая версия. Понятно, а там они... Там два фонтрапы. Там был стол меловой, цельного массива мела. Тоже был круглый стол цельного массива мела последний. И разрушились постепенно, их убрали, заладили пол. Ничего не осталось. Ясно. Понятно. Ясно. Спасибо вам. А вот в этих нишах что здесь было? Это современная уже. А, это уже сейчас оставлю. Для красоты, наверное, построили, тогда они не нужны, не для чего.
ступень, не будем считать. Раз, два, три, четыре, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Не, неправильно посчитал. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 67, 68, 69, 60, 61, ага. Колокольчики Саша видел. 70, 72, 73, 74, 95, 60, 70, 108, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 116 на уровне.
Соня где? Обед пошел к рыбам. Ты уже просмотр ведешь. Ага. 304 ступени я насчитал. Звон колокольный, наверное, слышал. 304 ступени насчитал. Все округи, наверное, звон колокольный слышал, да? Представляешь? 304. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 19, 19, 7, 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
91. 102, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20, 22. 4, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
46. 47, 48. 49, 50. 51, 52, 53. 54, 55. 56. 57, 58. 59, 60, 61. 62, 63, 64, 65. 66, 67, 67. 69, 90, 77, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 90, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Слышишь, я что-то считал. Какие-то счетовод с меня хреновенький. Туда насчитал 304, назад насчитал 280 чем-то. В Белгороде вон еще пещера есть. В самом Белгороде? Да, храм-часовня над пещеркой, световая Сафа. Ты как в этот микрофон говоришь? Я? Да. Оттуда идет. Почему? Иди сюда, послушай. Сиди сюда. Иди, иди. Подходи ближе. Садись на мое место, я тебе сейчас что-нибудь скажу. Храм-часовня над пещерой. Ага. Где-то вот, где-то микрофон, микрофон где-то. Ближе сюда. А вот тут, вот именно вот здесь, ну она отсюда отражается, вот. Может от иконы от этой? Нет, я думаю, что это электроника. Какая электроника? Ну где-нибудь. Да ну брось ты, какая тебе электроника? Что же вы думаете? Вот вы думаете, намного все проще. Где-то электроника, да и все. Да я думаю, что вот эта икона идет от этого, от этого. Просто от плаката, да. Ну а там плакат вот стоит дальше, а там уже нет. А там уже дальше, тут уже ветер прошел. А здесь смотрите, что будет. Не слышно? 1030 лет крещения Руси. Не, ну к нам отражается. Столетию убиения царской семьи. Как это делается все? А это, как знаешь, нам смело. Да ну смело. Не, ну он-то бронзовый. Вот это может и смело. Очень смело. Поехали. Пошли обойдемся. Пошли обойдемся.